Где ты себя нашел. И Осетия мне помогла в этом. Я обожаю это место. Здесь я раскрылась. У меня была благоприятная, комфортная обстановка для раскрытия не только себя как человека, как личности, но и моего творчества. Меня зовут Мария Камал. Мне 32 года, и я художник. Мои родители родом из Дагестана. До моего рождения они переехали в Москву, и получается, я жила в Москве до 21 года. В Осетии я уже 12 лет, но, получается, уезжаю, приезжаю, и 3-4 года я нахожусь здесь беспрерывно, ну, с выездами в Москву, Санкт-Петербург. Именно тут я начала проявляться именно как художник. Как можно сказать, вот эти картины написаны именно тут. И вот это чувство того, что я в Москве была таким неким, такая свой среди чужих, чужой среди своих. В Дагестане то же самое. Именно в Осетии я, можно сказать, найдя себя, нашла то место, где мне хорошо. С раннего детства я любила рисовать. Папа очень помог в свое время в этом проявлении. Он всегда это поддерживал, ему это нравилось. Но единственное, что, вот как получается, общество давило на то, чтобы меня направили куда-нибудь в художественную школу, еще находясь в Москве, или же куда-нибудь в университет, именно по специальности, вот чтобы раскрыть. Но папа настаивал на том, чтобы именно в моем случае это бы меня, наоборот, это бы помешало. И благодаря папе, можно сказать, он мне дал такой фундамент полного проявления, и благодаря этому я проявляюсь без каких-либо рамок и без каких-либо установок. И это касается не только как бы моего проявления в творчестве, но и по жизни, потому что это было прям таким фундаментом. Поэтому я могу писать свои картины и снова, и не ставя никакие какие-то рамки. This is for the women that look damn good, and this is for the women that are misunderstood. This is for the women, no single moms, to raise their kids just as strong. This is for the shit road. Меня тянуло к природе. Изначально это были горы, потому что я поняла и приняла в себе, что все-таки природа и уединение, возможно, в данный этап в жизни, это вот тут, в Осетии, на Кавказе, и, допустим, в Москве с МКАДом это было сложно сделать. И поэтому и моему творчеству, может быть, как ремесло бы оно бы родилось в Москве, но именно как проявлением творчества и вот истинного это родилось тут, и была самая благоприятная обстановка для этого. Наверное, я осталась в том числе для того, чтобы мой сын не чувствовал то, что я чувствовала в Москве. Именно нахождение в Осетии дало рождение моего творчества. Это не значит, что дальше надо ограничиваться именно в Осетии, потому что моя первая выставка – это в Новой Третьяковской галерее. Я, получается, выставила там 3 картины. Но, да, я прям вот изначально понимала, что моя первая личная выставка – это Владикавказ, это 100%. В городе Владикавказа
можно в центре города еще оказаться в таких улочках, где ты испытываешь такую атмосферу винтажа такого, состаренности зданий, но при этом чувствовать такой уют и такое уединение. Мне приходилось взращивать в себе это вот организационные моменты, идти, можно сказать, навстречу вот коммуникациям именно вот организации, каких-то выставок, вот даже с вами. Вот. Вот единственная проблема как бы заключалась в этом, потому что я как человек искусства, творчества, художник, понимала, что я не могу останавливать, только проявлять только эту часть, которая пишет картины, проявляется. Тут еще есть очень важная другая часть. Это выход, так скажем, в свет. Там имеет место коммерция в будущем. Но сейчас мы делаем акцент именно на творчестве. Здесь много деталей мозаики. Мозаики моего сына. Здесь я впервые попробовала маркер, что, в принципе, до этого не допускала у себя в картинах, такая, а почему нет? Мне нужно было детально и быстро нарисовать этих человечков именно в той волне, в которой, в принципе, я чувствовала, что надо сейчас сделать. И в этот момент маркер очень имел место быть. Сама картина, посыл изначально был, это про то, как путь важный, пройденный к себе. Здесь не обязательно выбирать, кто ты. В тебе может быть много частей, они объединяются во что-то одно и рождают тебя заново. Наверное, в каждой картине есть, естественно, я, проживание жизни моих близких, тех, кого нет, тех, кто только-только попадал. Я иногда порой смотрю на картину, которая написана 3 года назад, я раскрываю ее для себя заново, и это что-то потрясающее бывает. И эмоции бывают совершенно разные, потому что вроде бы ты видел эту картину, и тебе кажется, ты ее написала, ты знаешь, о чем она, и она раскрывается через 3 года совершенно другой. В каждой картине есть такой определенный этап прохождения пути к себе, в первую очередь, и раскрытие всех своих частей, а они совершенно разные. Я за то, чтобы не выбирать. Женщина не должна выбирать семья, там, личная жизнь, или же творчество, или же работа, или друзья, путешествия. Это может быть помощь другим людям. Она может выбрать все, и это очень важно. И тут речь не только о женщине, а вообще о человеке. Каждая картина практически писалась 3-4 года, слой за слоем. Первый слой, например, допустим, одной картины, он совершенно отличается от исходника. Получается, в этот момент я была такая, в конце я совсем другой человек. Но опять же, это я. И это не значит, что я себе там изменяю, там, или же я не могу определиться, кто я. Я могу быть очень разной. И вот эта многогранность, наверное, и вот это количество оттенков и дает мне рождать вот именно вот такие картины. Я пишу на разнообразных холстах. Нет такого, что я пишу именно лен, хлопок или что-то еще. Совершенно разный холст. У меня есть какая-то работа просто на скатерти бабули. Сейчас я взяла мешковину и хочу попробовать писать на ней. Сама отгрунтовав это и как бы попробовать интересные новые техники, даже к которым мы пришли с моими друзьями. Практически в каждой работе есть такие базовые для ремонта материалы. Это шпатлевка, это краска, смешанная между собой базовых разных оттенков, эмаль. Естественно, я использую и более интересную палитру акрила, но это скорее редкость, чем стабильность. Это скорее получается исключение. We'll be right back.
личный топ-3, наверное, это с детства. Это я приходила в Третьяковку и смотрела картины Врубеля и Куинджи. Но если уж выбирать, то это, конечно, «Демон» врубелевский, и Куинджи – это «Лунная ночь на Днепре». Ну и третье – это «Ахшар Есенов. Груши». Предрассудки всегда везде были. Да, это Кавказ, да, современное искусство здесь развивается, но все равно будут предрассудки. Но, опять же, много людей, которые со словами «я в этом не разбираюсь», все равно ныряют в это, потому что разбираться, по сути, не надо. Надо спросить себя порой просто, что я чувствую, увидев ту или иную картину, или, допустим, что я чувствую, увидев ту или иную скульптуру, или тот же перформанс, да, до которого мы пока еще не дошли. Но, опять же, банан иногда просто банан, и ничего себе не надо объяснять. Но истинное проявление, неважно в чем ли это, музыка ли будет, это картина ли это будет, или скульптура, или тот же, опять же, перформанс, оно вызовет какие-то эмоции. И это круто, что это эмоции даже иногда типа «а, что за бред?». Не обязательно смотреть на мазки, структуру, так, биографию художника, что он хотел этим сказать. Потому что у картины может быть миллиард интересных разных версий. Не могу сказать, что я что-то планирую, есть какие-то... Ну и назвать себя таким вот просто отпускающим и ничего не желающим и не мечтающим человеком я тоже не могу себя назвать. Я просто даю всему случиться свое время, но это при этом не про скидывание ответственности. Я просто понимаю, что иногда порой нужно сделать несколько шагов и просто ждать последствия твоих действий, иногда даже бездействия, потому что у бездействия больше даже последствий бывает. Какие планы? Хотелось бы, я обожаю холсты и вот эту материю, и то, что можно потрогать. Но я прекрасно понимаю и чувствую, что выйти на уровень электронного варианта, некого такого, тоже имеет место быть. Что-то типа анимационного, или же на те площадки выйти, где этот охват идет уже побольше. Не только там, допустим, Владикавказ, Россия, это имеет место быть, допустим, в мировом масштабе, потому что интернет – это больше про мир. Сейчас, конечно, проведя какую-то естественную работу над собой, я прекрасно понимаю, что в этом мире имеет место быть и темное, и светлое. Мне пришлось к этому идти и немало прилагать усилий для того, чтобы принимать, что да, есть войны, да, есть тяжелые периоды для этой земли, для этого мира. Есть также и светлое. Это очень важно, потому что можно потратить всю жизнь на то, чтобы менять что-то в этой жизни, а по сути, как бы банально это ни прозвучало, единственное, что мы, чем мы можем помочь, это поменяв себя внутри, и так мы меняем других.